Ребята, всем привет! У микрофона, как всегда, Рамзес. Перед началом ролика, друзья, хотел бы вам рассказать одну предысторию. Снимаю это видео уже, чтобы вы понимали, третий раз. Надеюсь, оно записывается, потому что, друзья, если не записывается, будет очень-очень плачевно. Пытался записать видео три раза, вообще, друзья, чисто физически не получается. Понятия не имею, в чем проблема, я просто запускаю Бандикам, даже пробовал через OBS, чисто просто не снимается, не записывается мой голос, хотя микрофон все встроено, на максимум включено. Понятия не имею, друзья, так что перед началом обязательно ставьте лайкосики. Сегодня будет сер темный мир зомби, всем бесплатные две привилегии, випочка плюс лор. Сейчас мы посмотрим, поиграем класс зомби, давайте сразу же поставлю древний монстр. В принципе, все. Я взял себе, кстати, вот такой вот хаммер, хаммерочек, как это правильно называете. Так, все, новый раунд начался, да? Тут что, зомби около нас был вроде бы, да? Все, меню привилегий. Фри вип, паки броня жизни, конфеты сможете брать, золотую эмочку, калашик и дробовик. Дальше, бесплатный лорд, 1000 паков, 200 брони и 200 жизней. И оружейка, темный рыцарь, ликандроп и рейлган. Реально, друзья, подустал аж немножечко, третий раз уже снимаю, просто понятия не имею. Так, админ меню, электроавтомат, автомат неон и мега дробовик. Реально, подустал немножечко. Так, дальше у нас идет менюшка паутинки, то есть здесь просто настраивать паутинку. Вот обычный бластер, мне лично нравится самое больше вот это. И вот включаем вот такую вот, просто зигзагами молния, которая вид паутинки, реально красиво. А вы пишите в комментариях, друзья, какая паутинка из вот этих вот всех нравится вам. Вот прям сейчас гортаю, пишите обязательно в комментариях. Кстати, вот это неплохо выглядит, сейчас вам покажу какая. Так, где она была? Вот, кстати, вот это красивенько так выглядит, друзья. Как вам такая еще? Вот это прикольно, в принципе. И вот это, мне вот две вот эти нравятся. Пишите свои комментарии, как вам она. Так, кстати, сможете здесь выдавать паутинки. То есть, можем, давайте, в принципе, всем игрокам повыдаем паутинки. Здесь на раунд вроде бы, да? Ой, на карту. Дальше идет у нас менюшечка, получается. Кайдзю, паки, броня, жизни, конфеты, все по дефолту. Няшный котик, перчатки, шокер и эмочка лед. Друзья, вот эта эмочка реально годна. Смотрите, что она сделает зомби. Вот, то есть, только насчет этого. А, у нас же дьявол сейчас, что это плюто. Сейчас бы я пошел, слился просто и ждал бы раунд. Так, ну то есть она замораживает зомби. Нам нужно снести 2000, ой, 200 хп ему и сразу же замораживается, то есть, зомби. Дальше, меню Халка, получается, паки, броня, жизни, конфеты, снайперка бога, автомат бык и зеленый пылесос. Вот такие ганы. И менюшка главная, паки, броня, жизни, конфеты, выдача паков. Сможете выдавать паки, вот 1000 паков, к примеру, давайте себе сейчас дадим. Опа, и баз добавляются у нас паки, 12307 паков уже. То есть вы также сможете все прекрасно это делать. Так, здесь джетпак, кстати, новый, друзья, вот как вы видите, то есть вот такой джетпак, как вам, друзья, вообще, напишите в комментариях, мне лично он очень-очень нравится, реально красиво смотрится, блин, ну, просто шикарно, шикарно, вот так еще просто, смотрите, давайте поставим вот сюда, ой, где джетпак наш, вот сюда, вот. Вот так, вообще реально, друзья, шикарно, ну согласитесь, красивенько, просто вот, только вот это вот сюда надо, засильно бросил, вот чем я занимаюсь в видосах, друзья, напишите мне, пожалуйста, чисто просто бездельничаю, так, давайте подбираем вот эти все ганы. Дальше у нас, кстати, менюшка. Ой, можем брать через меню главного АПшку Dragon Lore. Вот, только она недоступна нам почему-то сейчас. Наверное, потому что у нас Немезида. Наверное, потому что у нас сейчас Немезида. 340 тысяч хп, блин. Бесполезно выживать. Смотрите, друзья, что я вам зато покажу. Так, смотрите, что я вам покажу. Так, смотрите, заходим в М, нажимаем буквочку, дополнительное меню, и здесь можем, кстати, цены на привилегии не показал, друзья, можете поставить на паузу, привилегии продаются через сайт kszero.ru, ссылочку также на него оставлю в описании, все будет, кого заинтересует, можете приобрести привилегии, конечно же, кто хочет. Так, дальше, смотрите, обменять конфеты, конфеты вы получаете, как только убиваете зомби, с них падают конфеты, вот у меня, смотрите, внизу написано вот уровень и конфеты, 63 конфеты. И самое интересное и прикольное, друзья, что вот эти конфеты вы сможете обменивать на одну карту админки, одну карту кайдзю, одну карту халка. То есть, смотря сколько у вас конфет будет.
и главного, то есть главного админа сможете, как я. То есть вот у вас все вот такие плюшки будут бесплатно, друзья, совершенно. То есть сможете просто копить, играть и получать удовольствие от этого. И поиграть, накопить себе на привилегию и поиграть одну карту с ней. То есть, ну, это реально довольно-таки круто для квесточки, друзья. Я такого нигде не видел, так что, поэтому, вот так можно сказать, советую вам. Так, мы можем сейчас взять, в принципе, Драгонлорд. Давайте пустим 50 на 50, к сожалению. Ой, к счастью, я не попался в это. И АВП-шку Драгонлорд нет, к сожалению, взять не можем, только джетпак взяли. Но окейшки, а эмочку, ту эмочку, эмочку, эмочку. Меню Халка, где зеленый пылесос? Нет, она в меню Кайдю, да? Вот, эмочка лед. Эмочка лед, друзья. Смотрите, что она делает, что она вытворяет. Просто вы сейчас просто будете в шоке. Вот, только... Мы убили. Вот, смотрите, у нас 63 было. Угу. Паренек подобрал, короче. Так, давайте снова 50 на 50 пустим. Сможем пустить? Нет? Ну да, в этот раз я зомби. Сделает зомби человеком. Так мы все подобрали. Угу. У нас стандартная эмочка уже стала. Я чисто понял, друзья, чисто сегодня везение вообще не на моей, не на моей стороне. Потому что, блин, я просто пытаюсь третий раз снять видос. Если еще этот не запишет звук, это прям фиаско будет. Так, с менюшка привилегии сделать. Так, с меню Кайдзю, оружейка. Вот, эмочка лед. Смотрите, друзья, сейчас я вам покажу, где только зомби нам нужно найти, в принципе. И вот, вот зомби, смотрите. Мы просто стреляем. Вот заморозка, до заморозки. Вот написано 690, 1500. Опа. Ой, друзья, я понятия не имею, что происходит сегодня. Сегодня реально не мой день. Чисто не мой день. И снова я. Просто, друзья... Понятия не имею, что здесь не так. Так, поиграть за зомби, что ли? Ну, за зомби реально не в кайф. Наверное, будем заканчивать, друзья, потому что реально устал. Три серии записываю. Вот эту третью серию, я надеюсь, она запишется хотя бы. Так что все, друзья, обязательно заходите на серочок, кого заинтересовал. Покупайте привилегии, конечно же, кто хочет. Ну, а я с вами буду прощаться. Обязательно ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, все дела. Ну, а с вами был я, Рамзес. Всем удачи и всем пока.